А всем привет! Скажи, с вами канал Артмани. Да. Вот так вот я и мы тут с Димочкой занимаемся. Решили сегодня клеить, ну не знали, что же нам вот на лист наклеить. Вот. И мама предложила разрезать упаковку от теста вот такого вот. Лепка 4 цвета. Была у нас упаковочка, разные там цвета вот всякие, кругляшочки, буковки вот всякие. Короче, все это разрезать, мама предложила, да? И наклеить на листочек. Да, ну чтоб клеил Димочка сам. Сейчас он должен наложить все это на листочек. Да, как это будет? Так вот будет. Я доклеюсь вот это. Давай, давай, давай будем клеить. У нас еще есть вот такие вот штучки. Такие вот интересные. Ну ты это не убирай. Ты клади наоборот на листочек. А потом мы будем их клеить, приклеивать. А то ты сейчас уберешь, а я потом забуду, что куда класть. Не, ну, это что такое за штука? Это мусор. Это будем клеить. Да, клади, как они должны быть, положи. А потом мы их приклеим. Вот так вот, да? Приклеим вот так вот, да? Угу. И все. И все. Угу. Еще клади, у тебя вон смотри сколько. А буквы? Буквы, смотри, у тебя тут буквы вон есть. Тут я. Да. Вон они, буковки у тебя, смотри. Я, да. Вот тут. Куда ты буквы будешь? Ты, может, из букв слово сложишь? Есть. Из букв не хочешь сложить слово какое-нибудь? Какое можно сложить слово? Вот здесь, да. Какое можно слово сложить, смотри. Ты же слоги знаешь? Со слогов ты же складываешь слова. Вот так, да, будем делать? А тут, смотри, у тебя слово получается ток. Ток. Ток, да? Током. Ударяет? Ударяет током. Ток. Где у нас ток бывает? Вот там ток. В телевизоре, да? В розетке. В компьютере. Бух, и все. Ток, да? Угу. Ток. Что, будем клеить? Будем клеить. Ну, давай. Смотрите, вот такая у нас получилась красота. Все приклеено, проверили. И, честно говоря, у меня сейчас появилась идея, что можно было немножечко по-другому. Например, вот эти вот буквы можно было в ряд просто приклеить и написать какие-то короткие слова с этими буквами. Вот. Ну, пришла идея позже. В следующий раз, я думаю, мы купим еще такое тесто и что-нибудь придумаем еще. Ну, получилось, кстати, довольно хорошо. Сейчас я Диме дам фломастер. Он еще тут добавок чего-нибудь нарисует такое. Здесь вот эти, они сверху глянцевые. Я думаю, на них не получится. А вот на листе что-нибудь получится. Будет интересно, я думаю. Вот, решили голубым маркером. Все. Дима там уже букву А, смотрите, нарисовала. Буква А получилась. Сейчас он разогреется немножко. Я. Сидюк, все-таки. Угу. Давай. Давай, рисуй. Ты на листе рисуй, а не на этих. Цветочки давай свои там. Да? Ну ладно, сейчас Дима нарисует, я вам покажу, что там у нас получилось. Буква Т, говорит ребенок. Ты уже писать начинаешь. Молодец какой. Буква А была, Т. Там что у тебя? Тут. Непонятно. Все. Ну вот, смотрите, что у нас получилось тут. Какие-то он тут у него квадратики. А, это вот два моих. Тут он попытался нарисовать. Тут у него буква А. Тут он горку нарисовал. Что-то, кстати, похоже.
А вот буква Т у него с линейкой уж больно нравится. Тут у него цифра 1, он сам нарисовал. Тут мы уже подписали. Я Дима, ель с буквой, как я и хотела. Лес, да? А, дом, вот ДО, М. Ну, примерно вот как хотела. Тут он уже двумя фломастерами. Короче, вот так вот у нас получился рисунок. Так, теперь мы играем вот с пластилином. Дима нас учится резать. Вчера он там тоже что-то резал. Я тут пытаюсь раскатать вот эту вот штуку. И, блин, ей так неудобно. Вот эта вот она сама жесткая. А вот эта вот, ну, она помягче. Не знаю, я просто боюсь сломать ее, наверное. Или у меня просто не получается с непривычки. Все, да. Я резала. Разрезал? Что ты там резал, говоришь? Это яблоко я резал. Это яблоко. Сначала он нарезал мясо. Теперь мясо превратилось у него в яблоко, да? Я даже яблоко сижу, я даже это. Ну, давай, доставай. Доставай, вот тут в мешочке есть звезда. Доставай там, ищи ее. У нас тут всякие наши аппараты стоят, да? Где она там? Она у нас, по-моему, желтая была, да? Желтая. А вот она, наверное. А. Вот она. Звезда. Да? Звезда, звезда. Вот она. Надо раскатать. Теперь надо это все теперь жмякать и раскатать, как у мамы вон блинчик. Нет? Ты будешь по-своему? По-своему. Ну, давай по-своему. Ой, что-то я поселил тут, а катайся, что-то это. Так это надо. Это. Так, надо все собрать. Помять, вот так надо сначала. Я катаюсь. Да. Кружочек сделать сначала. Приплюснуть. И катай. Сильнее нажимай на нее. Вот. И вот так вот размягчим чуть-чуть. Ми-ми-ми как. Да? Раскатывай. Ми-ми-ми как. Вот. А теперь звездочку клади сверху. Переверни только ее. Подожди. Переверни вот эту вот острый. Клади теперь. Она, видишь, тут остренькая, а там тупая с той стороны. Вот, нажимай ладошкой. Ладошкой прижми ее. Вот, молодец. Теперь по бокам снимай. А, хорошо прижал. Вот. Это лишнее у нас, да? Снимай. Звезда. Звезда. Лишнее снимаем. Все. Звезда. Звезда. Сколько счастья от звезды. Желтая звезда. Оранжевая. Оранжевая. Топ-топ-топ. Козит звезда. Угу. Топ-топ-топ-топ-топ. Да? Из остальных давай тоже сделаем. Будешь делать? Наверное, вам видно, я нарисовала. Дерево у меня, домик и солнышко. На таком. И вырезала из него вот этот лишний кружочек. И Дима сразу за мной повторяет, да, малыш? Вот такая штука у меня получилась. Как маленькая розочка. Смотрите. Прикрученная. Красивая. Если кому интересно, напишите в комментариях, я покажу, как я ее сделала. Такая, смотрите. Да. Ну, Дима тут, конечно, все разбросал, налепил. Да? Такой, говоришь, у тебя суп, Дима. Какой?
Из чего у тебя суп? Звездный суп. Звездный суп у Димы. Посмотрите, какой звездный суп у Димы. И звезда сверху, да? Ты ее сверху положила тут. Вот тут сверху. О, красиво. Звездный суп какой. Дима приготовил, да? Суп. Звездный, да? Суп.